Увековечить память о подвиге воинов-победителей и открыть неизвестные страницы истории. На могилах героев Советского Союза в Самаре установили таблички с QR-кодами. Чтобы узнать подробную биографию героев, достаточно просто навести камеру смартфона на цифровое изображение. Через несколько секунд на экране появится самая полная информация об участнике Великой Отечественной войны. Суть данной акции заключается в том, да, что если человек попадает у нас на наше безымянское кладбище, и вот, да, идя к родственникам или еще куда-то он убрать там могилу своих родственников, расположенных здесь, он видит могилу Героя Советского Союза, что он может прочитать? Он может прочитать, что это просто Герой Советского Союза. Но каков его путь, каков его подвиг, кто именно, скажем так, здесь находится? Именно это помогает узнать наша акция. Чтобы собрать информацию о героях Советского Союза, которые захоронены на Безымянском кладбище, историки и краеведы провели огромную работу. Они восстановили биографию каждого из участников войны по крупицам. Сейчас все данные хранятся на сайте Герои страны. Участниками сегодняшней акции, которую приурочили к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, стали юнармейцы. Они принесли на могилы цветы и свечи. Для детей это очень большой опыт, потому что сейчас дети у нас настолько современные, настолько обладают хорошими знаниями в технологиях, вот, то есть они могут узнать все, что им любопытно, все, что их заинтересует. Вот увидели они эту табличку, а что это такое? Они подошли, сфотографировали, нажали кнопочки, и у них вышла вся информация. Это даже как большая энциклопедия для того, чтобы расширить кругозор, знать, чтить, уважать и помнить тех, кто, в общем-то, нам подарили жизнь. На Безымянском кладбище Самары похоронены 5 героев Советского Союза. В преддверии Парада Победы на всех могилах наших великих земляков уже установили специальные цифровые таблички с QR-кодами. Цифровые таблички на захоронениях участников войны устанавливают по всей Самарской области. Анатолий Головко, Сергей Баскин. События.